У тебя нет питомцев и робуксов? Тогда советую зайти в мой ТГ-канал. Там каждый день проходят конкурсы на пэтов и на робуксы. Ссылка находится в описании и в закрепленном комментарии. Ну а также в каждом видео я разыгрываю флайера и черепаху. Условия конкурса вы видите на экране и также победителя из прошлого конкурса. Всем желаю удачи! Всем приветик, ребят! С вами я, Диана. И в этом видосике я вам покажу, где находятся тыквы на третий день обновления. То есть вот эти вот тыковки, 25 штучек. Я вам покажу все локации, где нужно их собирать. Но перед началом подпишись на мой канал, ставь лайк, напиши любой комментарий. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. Star Pets — это лучший маркетплейс по Роблоксу, где вы можете не только покупать и продавать своих питомцев, а также покупать робуксы по очень выгодным ценам. Пополнение и вывод доступны для жителей всех стран самыми разными методами в разных валютах. Переходи на сайт starpets.gg и на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Итак, ребята, как вы знаете, у нас вышло обновление. Уже до конца обновы осталось 25 дней, и сейчас мы с вами пойдем искать первую тыковку для нашей доски задач, чтобы мы с вами потом покупали питомцев. Мы с вами вот так добавляем панель задач и выбираем себе вот такую вот штучку, чтобы летать, и одну штучку, чтобы передвигаться. Вот так я это все беру. Так, все, предупредить редактирование. Мы с вами берем вот так вот, взлетаем наверх, и первая наша тыковка находится вот тут. Вот так все, мы садимся, и вот наша первая тыква на третий день. Мы ее с вами собираем и дальше пойдем. Следующая тыква у нас находится на площадке. Берем с вами гарпунчик и летим туда. Я не беру Flyride Pet, чтобы вы тоже могли это все сделать, потому что у многих из вас нету таких питомцев. И сейчас мы с вами будем искать следующую тыкву. Вот она тут находится, ребята. Собираем ее с вами. И мы уже собрали две тыквы из 25. Следующая тыковка у нас с вами находится на горячем источнике. Тоже полетели туда. Там, кстати, не только одна тыква. Их там вроде бы три штуки. Так что вот у нас первая тыковка на этой локации. Мы с вами ее собираем. Так, все, мы ее собрали. Идем дальше, и нам нужно лететь вон туда. Также на гарпунчике все быстро делается, и это, в принципе, ускорит вашу работу. Летим сюда и собираем вот тут вот тыковку. Это у нас получается уже четвертая тыква из 25. Следующую тыкву вы можете заметить вот тут. Берем с вами летающую штучку и летим за ней вот сюда. Забираем ее. Так, все, ребят, мы ее с вами забрали. Также опять берем этот гарпунчик и летим вот сюда, вот на эту локацию. Мы там с вами тоже видим тыковку. Уже опять берем летающую штучку, приземляемся вот сюда и собираем нашу тыкву. И у нас уже собрано 6 штук из 25. В принципе, все это быстро находится. Дальше опять берем с вами летающую штучку, летим наверх. И нам сейчас нужно пойти на локацию, где у нас находятся дома, потому что там тоже находятся тыквы. Мы с вами идем на локацию, где у нас находятся дома. Как я уже сказала, телепортируемся сюда. Так, не получилось, не фартануло. Так, давайте заново. Собираем нашу первую тыкву вот тут вот, ребята. В принципе, все это быстро можно найти. Так, я не могу туда забраться. Берем опять летающую штучку и вот так приземляемся. Тыква еще одна собрана. И теперь нам нужно найти следующую тыкву. Тут их вроде бы 4 штуки. Смотрите, вот одна находится вот тут. Вот мы ее с вами собираем. Просто пешком идем. Собираемся наверх немножко. И также вот еще одна тыковка. Мы ее с вами собираем. Берем летающую штучку. Взлетаем. Взлетаем, взлетаем, взлетаем. И, возможно, тут сзади тоже есть, не помню. Да, вот тут вот, ребята, есть. Мы сюда тоже приземляемся. Не получилось. Собираемся повыше, вот сюда мы с вами садимся и собираем еще одну тыковку. Опять берем эту летающую штучку, летим вот на эту вот локацию. В принципе, тоже собираем вот эту тыковку, и все, мы собрали, получается, вроде как на этой локации все тыквы, точно не помню. Давайте сейчас я это все проверю, возможно, где-то тут еще есть. Так, ну вроде как мы с вами все собрали на этой локации, и у нас с вами собрано уже 11 тыковок. А нет, ребята, также у нас есть еще вот тут вот наша тыква. Мы берем с вами пунчик и летим вот сюда и собираем вот тут вот нашу тыковку. Собрали уже 12 тыковок, мы с вами собрали, поэтому это, в принципе, хорошо. И также нам нужно найти вроде как тут еще одну тыковку. Сейчас мы с вами это все проверим. Давайте тут мы быстренько пробежимся. Вроде как тут тоже есть тыква, но точно я не помню. Давайте мы это с радостью проверим. В принципе, это быстро вот так все на гарпунчике пробежать, и, в принципе, все можно быстро найти. Так что вот так берете гарпунчик, и быстро можно найти ваши тыковки. Быстренько пробегаем по всей локации, и вроде как тут больше тыковок нету, поэтому нам сейчас нужно пойти на другую локацию, чтобы найти новые тыквы. А, нет, ребята, вот тут есть тоже тыковка. Поэтому, ребят, всю локацию так быстренько пробегаем, и можно все это найти. А, вон еще одна тыковка, ребят, тоже бежим за ней. Все это вот так вот быстро собираем. Вроде как мы круг уже сделали, но давайте еще... А, вон, ребят, еще одна тыква. Офигеть, как их тут много. Так что, да, я немножко уже пропустила. Так, ну вот тут мы вроде с вами все собрали, и теперь нам нужно пойти на другую локацию. Теперь нам с вами нужно опять взять вот такую
такую летающую штучку и лететь наверх и собрать тыкву, которая находится у нас в замке наверху. Давайте мы сейчас с вами это все проверим. И в принципе, видите, я уже нашла тыквы где-то за 5 минуток своей жизни, так скажем, отняла на эти тыквы. Но тыквы я нашла. Вот тут вот находится первая тыковка. Все, мы собрали еще одну тыковку, и у нас собрано 16 тыковок из 25. Следующая тыква у нас с вами находится внизу. И давайте мы с вами полетим вот сюда. И смотрите, ребята, вот у нас следующая тыква под красным мостом. И собираем ее, и уже 17 тыковок у нас найдено. Следующая тыковка у нас находится вот тут вот рядом. Летим вот сюда, к этому зданию, где мы с вами получаем лицензию, и забираемся наверх. Ребята, к следующей нашей тыкве, я не знаю, честно говоря, где она находится. Вроде как на больнице. Давайте тоже туда слетаем с вами быстренько. Ага, вот там наша тыковка. Быстренько туда забираемся. Все, тыкву мы собрали, и у нас собрано уже 19 тыковок. И идем загвоздка. Я не знаю, где находится последняя тыква, потому что последние 5 тыков и вам нужно собирать в мини-играх. Но я не знаю, где находится эта тыква. Я думаю, вы сами все это сможете найти, потому что, возможно, либо я пропустила на той локации, либо еще где-нибудь, но вроде как тут нигде я не вижу. Тоже напишите мне в комментах. Но остальные, получается, тыквы нужно собирать в мини-играх. Кстати, давайте мы сейчас, если успеем дойти до мини-игры, мы с вами сыграем в нее, и я вам покажу, что там действительно можно собрать тыкву. Получается, в мини-игру нам нужно пойти, и там можно собрать нашу тыкву. Но игра вроде как уже идет. Да, ребят, игра идет, я не успела в нее попасть. Собирать тыковки, но то в ваших руках, в принципе, и каждый день локации меняются, и каждый раз нужно искать, где нужно собирать новые тыквы. Но такие видосики я буду выпускать на своем канале, где находятся тыквы, так что в видео-шортс вы сможете их найти на каждый день. Так что, если вы еще не подписаны, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей.